Успешно завершился первый совместный тест прибора Apivax Smart Monitor. Первого прибора новой серии, радикально улучшенной версии прибора Apivax Auditor. И экспериментального улья с прозрачными стенами. Результаты были несколько неоднозначными. Улей с отверстиями в стенах привлек огромное количество ос, которые мешали работе и возбуждали пчел. Но сами измерения нужно признать достаточно успешными. Микрофон от проводной гарнитуры и особенность работы аудиовхода смартфона, предназначенного для проводной гарнитуры, привели к возможности детерминировать сигналы с разрешением в несколько сантиметров. Это позволило увидеть различие сигналов в той части сота, где складывался нектар, и в той части, которую пчелы, по-видимому, готовили для работы матки. Пчелы, привыкнув к свету, не реагировали на происходящее за стенками. Они абсолютно не реагировали на близость человека и прибор. Это говорит о том, что таким образом можно получить более подробные данные о звуковом фоне улья.